Вот и лето прошло. Погода нынешней осенью, конечно, радует солнышком даже в октябре, но купальный сезон завершен. И по традиции, как и каждый год, мы встречаемся с представителями Государственной инспекции по маломерным судам на Истринском водохранилище, чтобы подвести итоги ушедшего лета. В этом году наблюдается снижение. Один человек утонул. Ночью, видимо, решили покататься на лодке. Нам уже сообщили под утро, когда самостоятельно у них не получилось урегулировать эту ситуацию. Человек погиб. Опять же, причина, как и в 90% случаев, это, во-первых, употребление спиртными напитками, купание вне отведенных для этого мест, купание в ночное время суток. Не обошлось летом и без аварий на воде с участием маломерных судов. Новое судно человек купил, просто решил опробовать, все законно, на учет поставил. В него пришел другой катер, который не подлежал регистрации, то есть человек взял друзей покататься. Тогда все остались живы, но при разборе происшествия выяснилось, что оба его участника не знали элементарных правил. У меня в руках находится документ. Это правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. Уважаемые судоводители, перед выходом в рейс на отдых, вообще как только сели в лодку, еще раз прочитайте эти правила пользования. Они занимают вот 7 страниц. Их изучить несложно, на катере иметь несложно. Купальный сезон завершен, но рыбаки по-прежнему на воде. Навигация продолжается. Зная правила, можно обезопасить и свою жизнь, и свой бюджет от незапланированных трат на восстановление судна. Возьмите, пожалуйста. Если есть детишки, то тоже им передайте. Хорошо. Очень приятно, что вы в спасательных жилетах. Пожалуйста, пользуйтесь ими дальше. Пусть все у вас будет хорошо, а в жилетах тем более. Инспектор подчеркнул: покажите листовку детям, расскажите им, как вести себя у воды, и главное, не оставляйте детей без присмотра. Есть такой период, когда учителя уже остались в школе, вы еще не пришли с работы, и ребенок предоставлен самим себе. Поэтому, пожалуйста, обеспечьте контроль за детьми именно вот в эти промежутки времени. После того, как человек пришел домой, ребенок пришел домой, но тянет все-таки, еще видите, погода хорошая, благоприятствует тому, чтобы пойти на водоем. Проследите, пожалуйста, чтобы они не играли на берегу без присмотра, поскольку все-таки в этом году, конечно, у нас таких случаев не было, а вот 2 года назад были такие случаи, когда дети падали и с обрывистого берега, и получали травмы, и один ребенок даже утонул. Патрулирование, рейды, конечно, приносят свои результаты, но при спасении человека на воде дорога каждая секунда. А ведь невозможно посадить по периметру всех водоемов госинспекторов с катером. А помощь зачастую необходима срочная. Для этого и нужны внештатные сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. По навигации 24 года особенно отличились присутствующие здесь Дементьев Михаил Юрьевич и Ковалев Сергей Владимирович. Они всегда на связи, на месте. Во-вторых, ни разу никогда мы от них не слышали никаких отказов. Даже если что-то не в состоянии сделать они самостоятельно, всегда найдут помощь, всегда определят, кто этим займется, и можно уже даже больше не контролировать. Ребят, огромное вам спасибо. Вот руководством Главного управления МЧС России по Московской области принято решение наградить вас благодарственными письмами. Вас, Михаил Юрьевич. Благодарю. Поздравляю. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. И вас, Сергей Владимирович. Благодарим за доверие. Я думаю, дальше также будем плодотворно работать на благо безопасности людей на водных объектах. Прадед у меня был простым лодочником, за штурвал казанки спасательной он мне посадил в 3 года к себе на колени. И я понял, что это моя судьба, но вот так сложилось, что я всегда оказываю содействие по наведению порядка на водоеме и обеспечению безопасности. Это, я считаю, что мой долг. У Сергея похожая история. Как субарендатор турбазы, он всегда или у воды, или на воде. А значит, реально может и разъяснить вовремя правила безопасности, и успеть оказать помощь. Я объясняю. Потеряли вы сознание, что-то случилось, вы упали в воду, и больше вас нету. А в жилете вы всегда с семьей и всегда остаетесь. И люди, слышав это, все-таки начинают одевать. А еще и дети начинают говорить: мама, папа, помнишь, вот говорили такие слова. Так что вот из-за этого хочется, чтобы все были живы, здоровы. Елена Аешина, Иван Масалев, Истра РФ.